Может зарелизить неудобный для пользователей сайт и потерять миллионы долларов. Один из путей прийти к этому – внедрять непродуманные изменения в проект. Так и сделала компания Basecamp, создатель инструмента управления проектами и фреймворка Ruby on Rails. В 2014 году компания выпустила редизайн своего основного сайта, в котором удалила с главной страницы форму авторизации. Разработчики и менеджмент долгое время не могли понять, почему клиенты начали уходить. И в конечном итоге, возможно, это могло бы привести к закрытию компании. Но все могло быть иначе, если бы они сравнили посещаемость старой и новой версии сайта. Привет, меня зовут Иван Бобков, и я ведущий веб-разработчик в компании Циан. Приходите на мой доклад 28 мая в секцию Frontend и узнаете, что такое AB-эксперименты, как выстроить их архитектуру в компании и как их разрабатывать.